Всем привет и добро пожаловать на мой канал. И в этом мастер-классе я буду делать миниатюрные розочки в ажурной рамке. Для работы мне понадобится в первую очередь полимерная глина, из которой я и буду лепить. Также я буду использовать силиконовую форму, силиконовый молд для изготовления рамочки. Пригодится скалка, лезвие, чтобы отрезать полимерную глину, зубочистки, листочки бумаги, инструменты для сборки украшений и, конечно же, фурнитура. Первым делом я делаю рамку. Я беру нежный мятный цвет, хорошенечко его разминаю, формирую из пластики толстенький блинчик и помещаю в форму. Сверху хорошо сильно надавливаю, чтобы полимерная глина разместилась во все участки этой формочки. Излишки полимерной глины я срезаю острым лезвием. Главное делать это осторожно, чтобы не порезать саму форму. Затем разравниваю полимерную глину в форме по краям пальцами, а сверху скалкой. Когда все ровно, ничего не торчит, все готово, можно запекать рамочку. Я запекаю рамочку прямо в этой силиконовой формочке. Обязательно узнавайте у производителей форм, можно ли их запекать и при какой температуре. Когда рамочка запеклась, я аккуратненько достаю ее из формы. Я хочу сделать основу коричневого цвета и на нее закрепить цветы. Поэтому я беру кусочек коричневого, хорошенечко его разминаю и формирую овальную основу. Основу подмеряю ровно по размеру формочки. Помещаю ее в рамку и хорошенечко разглаживаю, чтобы получилась ровная, гладкая, овальная основа. Можно разглаживать прямо руками, можно делать это через пищевую пленку, можно делать это в перчатках. На эту гладкую коричневую основу я хочу разместить розочки и листочки. Для этого я их и леплю. Раскатываю тонкую колбаску мятного цвета, режу ее на множество небольших частей. Каждую из частей катаю в шарик и прижимаю при помощи двух листочков бумаги между этими листочками. Получается маленький плоский тонкий блинчик. После того, как я сделала много этих блинчиков, я делю каждый из них пополам. Одна половинка – это один лепесток, и соединяю эти лепестки в розочку. Беру одну половинку, скручиваю ее в рулетик, вокруг этого рулетика оборачиваю следующий лепесток, затем прикрепляю следующий и так далее, пока не получится достаточно пышная розочка. Листочек сделать тоже несложно. Я беру кусочек пластики, катаю его в шарик, шарик в капельку. Эту капельку зажимаю между двумя кусочками бумаги. После чего на этом полученном блинчике в форме капельки я рисую центральную прожилку и боковые. И у меня получается листочек. При помощи ножа этот листочек я снимаю с листка бумаги. После того, как я сделала несколько розочек и несколько листочков, я начинаю размещать их на коричневой поверхности. Так как эта коричневая поверхность не запечена, розочки можно крепить прямо к ней, не используя каких-то склеивающих частей. Можно разместить розочки и листочки в любом порядке, как только нравится. У меня получается рамочка с коричневой основой и цветами в тон основе. Когда вся эта композиция готова, я помещаю ее в духовку и запекаю 30 минут при температуре 110 градусов. Обязательно смотрите температуру и продолжительность запекания на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. Когда я только-только достала эту рамочку из духовки, она достаточно мягкая, и ее просто проткнуть. Я пользуюсь этим свойством полимерной глины и делаю небольшое отверстие при помощи зубочистки. Когда формочка полностью остынет, ее можно сверлить. Сверлить можно обычным сверлом, даже вручную. На это небольшое отверстие, сделанное зубочисткой, я креплю основу для подвешивания. У меня она зажимается. На основу креплю колечко
через колечко пропускаю цепочку, а концы цепочки оформляю замком и колечком, на которые этот замок будет застегиваться. И красивый романтичный кулон готов. Получается простое, но изящное и женственное украшение. Можно комбинировать разные цвета и сделать такие рамочки хоть на каждый день. Пока запекалась одна рамочка, я быстренько сделала вторую, потому что делаются они действительно просто и быстро. И несмотря на то, что я использую готовую форму, простор для фантазии здесь все же большой. Желаю вам творческих успехов и вдохновения! Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новой встречи!